Анонс и точность выхода нового 8-серийного сериала «Моя девочка». Премьера сериала состоится 17 декабря на Пятом канале. Благополучная жизнь оперативника Леонова рушится после гибели любимой жены, которую преступники убивают на глазах их 10-летней дочери Маши. После пережитого девочку преследуют панические атаки. Она ни на секунду не может отпустить отца. Боится, что с ним тоже случится трагедия. Полицейскому ничего не остается, как брать дочь с собой на службу. Леонов сталкивается с противодействием коллег и близких. Ему приходится выбирать между служебным и отцовским долгом. Он должен ловить опасных преступников и при этом не подвергать опасности ребенка. Теща Леонова винит его в гибели своей дочери и хочет лишить родительских прав. Психологическая травма Маши находит выход через ее рисунки. Девочка очень наблюдательна, и вместе с провисовкой страхов она изображает все, о чем говорят взрослые дома или в полиции. Эти рисунки становятся для отца подсказками в расследовании преступлений. Премьера сериала состоится 17 декабря на Пятом канале. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.